Магадан готов к отопительному сезону. О том, когда в домах батареи станут горячими, рассказал глава города Юрий Гришан на еженедельном брифинге для средств массовой информации региона. Все идет по плану. Закрываем последние разрытия. Заканчиваем работы по Магадан теплосети. Магадан Энерго, в принципе, уже готова. Мы приступили к мониторингу температур на территории города Магадана и отдаленных наших частей города. Уже у нас до минус 5 было на Снежной долине. У нас минус 3, минус 4 было в Соколе, минус 3, минус 5 было на Уптаре. Но при этом дневная температура, она там 13, 14, 15. В результате вот такой порог 8, не 8, 8 или не 8 в течение 5 дней. Но я вам говорил, что мы этот сумасшедший отчет делать не будем. Мы вот сейчас посмотрим эту неделю, наверное, на следующей неделе в отдаленных поселках уже значит, отопительный сезон начнем.